друзья, прямо сейчас для вас в эфире телеканала «Енисей» очередной музыкальный подарок. Мультиинструментальная, мультинациональная коллаборация от Виталия Хороводова и Марата Саидахметова. Поехали. Казачий. Аин на горе стоял казак, а юному Богу молилась. О, коза, свобода за народ, а низко поклонилась. Спасибо за потрясающую атмосферу. Марат Саидахметов, народный музыкант. Марат, доброе утро. И Виталий Хороводов, исследователь народной культуры. Виталий, тоже вас приветствуем. Не могу не спросить, это такая разновидность гуслей, да? Да, это крыловидные гусли, модель называется авдаши. Там есть название модели еще? Да, у них достаточно разный спектр. Есть шлемовидные, крыловидные. Не могу не спросить, а как исследователь народной культуры, если... Где вы такое нашли? Где такое откопали, я бы даже сказала. В иерархии народных таких праздников, вот все-таки крещение, это на каком месте стоит примерно? Можно корректно ли так говорить? Ну, наверное, можно сказать. Здесь в зависимости, конечно, от твоих внутренних состояний, от того, как человек к этому относится, потому что в славянской традиции или в такой в народной традиции, будем это называть, чтобы не, например, дохристианская, да, история. Ну, языческая, России. Да, какой-то Руси. Ну, да, это назывался праздник Водогрессия. Или водосвятие, водокрес. Солнце в этот момент максимально близко подходит к земле. Ну, все удивляются, а почему тогда у нас так холодно? Да.
Почему зимой? Если солнце так близко. Дело в том, что мы немножко осень в другую сторону наклонена, да, и вот в Австралии, например, там сейчас очень жарко, и там вот прям выжигает все. А у нас, в силу того, что солнышко другая ось, у нас вот так хорошо, в кавычках. Ну, и получается, что вода в этот день по народным традициям тоже была скрытая, да? Да, она как бы, если вот говорить менее такими мистическими словами, а такими научными, она как бы поляризуется близко к солнцу особыми... Как-то напитывается, да? Да, магия, мистика. 6 января, кстати, вот 6 января она началась, и вот 2 недели, так что основное христианское крещение после смещения календарей, оно сдвинулось на 19-е, и поэтому, в принципе, вот сейчас такую дату мы имеем, но эффект воды сейчас точно такой же классный и крутой. Ребят, я не могу не спросить, мы начали с вами сегодня с песни, не случайно, да? А что касается крещения, есть ли какое-то специализированное музыкальное сопровождение этого процесса, да, то, что называется вот саундтрек? Да, вот мы как раз... Вот это да. Ну, давайте, давайте. Эти песни как раз и шли. Это вот она и есть. Там был призыв, бросали. Бойся, не бойся. Вот в воду вот... холодную, не бойся. То есть вот, не бойся, это такой, это себя как заряжали. Да. Ничего не бойся, холодной воды не бойся. Ты вернешься, как бы, некое сражение с самим собой внутренним. Со своими страхами. Хорошо, это инструмент ваш, я понимаю, как это, аккордеон? Гармонь. Гармонь, да? 74-го года. Какого? 74-го. Он вам достался как-то... Прадед, дед, отец. По наследству. Да. Интересно, а как вы его освоили? Вы академические какие-то музыканты или вот самородки? Народники. Самородки. Хорошо, есть еще у нас, конечно, вопрос, почему вы в костюме боярина, а вы в костюме вот, ну, народном таком, крестьянина, а да? А я его слуга. Ну, это условно боярский костюм, он просто бояры, это значит ярый, ну, то есть не значит как бы по сословию, с одной стороны, это просто некое внутреннее состояние огня. Ну, то есть, получается, Марат ваш подстрекатель, если вы такой. Казань брал, костюмы авторские, кто помогает? Костюмы авторские, славянские узоры. У нас в Красноярске есть такая Татьяна Соколова, она делает очень классно. Историк моды, да, такой? Она по всему может вас сориентировать. Ребят, и последний вопрос. Сегодня мы говорим про приближающийся так называемый день снега. Ну и крещение, да, в том числе. Чем заняться в день снега? Вот как вы считаете? Вот у вас какие планы вообще? Я бы катался в сугробе, окунулись в сугроб, да? Да, как бы в таком, пропитался снегом по максимуму. А у вас, Марк, какие вы вас соблюдаете? Да, традиция баня по субботам именно. То есть это очень древнее, это и в аюрведе подтверждение есть тому, что самая лучшая процедура очистки. И вот как раз вот эти контрастные стихии, общение со стихиями, вот как раз. Ребят, вот. Снег и баня, никуда мы от этого не денемся. Да. Виталий Хороводов и Марат Сайдахметов, говорим огромное спасибо.